одержал красивую убедительную победу и выбрал главный бой в мире. Мы все молились за него. То, что он сегодня к нам приехал, это еще говорит о том, что у нас есть братские отношения. Сейчас, как сказал Хабибу, наш балансировщик между спортсменами Дагестана и Чеченской Республики Шамир Джауров, наш брат. Он приехал, как бы не был уставший, нами поделить свою радость. И мы все его поздравляем, желаем удачи. Дай Аллах, чтобы у вас всегда были только победы. И чтобы жизнь закончилась без поражений и на том свете, чтобы Аллах дал вам самое хорошее место, но проиграл. Да, я объектив. Вы знаете. Гражданин города Грозный. Это награжденный билет, медаль 200 лет города Грозный. Здесь написано номер цены 27, это 27 победа. Дай Аллах, чтобы еще больше, много победы. Зарплата приглашаем бойца клуба «Ахмат» Шамиля Джауров для вручения ключей от автомобиля «Мерседес» 222. Хорошо. Ассаламу алейкум, братья. На самом деле очень приятно, что наш дорогой брат Раджан позвонил вчера, мы начали общались. Я ему сказал, что я приеду завтра, иншаллах. После двух видео, все эти видеоролики, сколько людей у меня здесь братская Чечня поддерживали, болели. Как взрослые женщины поддерживали искренне и очень приятно. Как Всевышний Аллах сказал, что верующие, братья, между собой. Там были мы все верующие, мы все мусульмане и мы все братья. И в горе, и в радости мы всегда должны быть рядом. Вам чуть-чуть больше повезло, чем нам. У вас есть национальный лидер ваш, который всегда во всем помогает. У вас больше объединения, но, иншаллах, мы будем на вас равняться и тоже объединяться и всегда быть рядом с вами. Большое, брат, спасибо и большое спасибо Рамзан Ахматович за все. После боя одеть не получилось. Ну, после боя там. Меня же забрали.